Приветствую, друзья. Вот это я дорабатываю картину для друга своего Марка, который живет в Израиле, который меня в свое время познакомил с Лиепой. Ну, танцовщик Лиепа, прекрасный, гениальный, который в «Спартаке» танцевал. Ну, представьте себе. Да, и с Джуной познакомил. А я его познакомил еще с Генкой. Ну, короче говоря, очень много было интересного у нас в юности. И эта картина как бы заколдованная, она такая мистическая. Посмотрите внимательно. Я ее улучшал, пока я жду Виссариона, мастера Трис, чтобы мы сделали совместно с другими мастерами Трис, все вместе соберемся, изобретение выхода в лучшее будущее для изменения ситуации, которую давно пора изменить. До встречи, друзья. Напишите, как вам картина для Марка. До связи.